Всем привет, с вами Лазарус, вы находитесь на канале Blacklaser Trip, и сегодня я расскажу вам, как получить S-знание на Каранду. Как обычно, вам нужно оставить одного персонажа у Аннализы в библиотеке в Кальфионе. Это вот здесь. И теперь мы разучиваем знания. Дальше вам нужно прийти к управляющему узлом Клакстеру, который находится на хребте Каранды, и поднять дружбу до 400 очков. После этого вам станет доступно знание про Каранду. И повторяйте эту процедуру, пока не получите S-очку. Занимает всего 10 энергии, на Каранду вы получаете знания бесплатно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Лазарус. До новых встреч!